Здравствуйте, господа хорошие. С вами Дауф Джокер и мой друг... Кохи. Что? Кохи. Тебя не слышно, парень. Кохи! О, вот видишь, зрители теперь услышали, аплодируют. Когда микрофон у тебя на 100 этих процентов громкости. Это нормально. Понимаешь, я сижу через капельки с гарнитурой. А когда просил Дискорда и подшли в скайп. Я гений. Ладно, давай. Давай, новогоднее настроение поднимаем. Весело. Давай, какое... Новогоднее настроение, чтобы поднимать новогоднее настроение, это надо открывать, знаешь что? Это надо открывать новогодние подарочки, которые стоят под елочкой. Где ты елку видишь? Веди мне елку. Вот. Зеленый, да? Это елка. Или какой елка? Давай какой тебе нравится? Синенький. Давай откроем синенький. Mm-hmm, он больше на елку похож. На елку? Ну ладно. 2013 годом поздравляю. Супер. Спасибо тебе, друг мой. И поздравляю я тебя тоже. Нормально, нормально, Саня, думал, ты 65 рублей, ну, 5 рублей стоит, чувак, так, у нас 110 рублей. Первое предложение, открыть армейское, уйти туда. Или открыть премиум кейс, подать просто заявку. Типа, я участвую, всё. Участвую? А как же бесплатный кейс? А, мне он не нужен, мне всё равно не выпадет смысл. Ну ладно, ладно, вдруг выпадет. Да, если выпадет, нет, Даша. Я не привередливый. Я и синьку люблю. Я тоже. Давай, какую синьку будем открывать? Ну, армейская, открывай. Какую еще синьку ты хочешь открыть? Не знаю. Сейчас возьмешь, откроешь, тебе дигл пламя выпадет. Дигл пламя? Да шучу, UMP пламя. Дигл здесь нет, пламя. UMP пламя? В смысле дигл пламя? Ну, дигл пламя. А, UMP пламя. Пламя. Это и UMP. А, МПшка, я думал, пистолет такой, типа. 17 рублей, видишь? Леденец, вот прям под новогоднее настроение. Да, ну, либо тебе так и говорят разработчики сайта, вот тебе леденец, чтоб ты его что сделал? Пососал. Правильно. Так, давай, мы же кончили, давай какой-нибудь кейс откроем. Давай фарм ножа за 8 рублей. Может, кейс нормально откроем, который купить хотя бы. Давай, ну, аук. Тебе нравится аук? Давай это лучше юсп. Давай, давай юсп. Юсп? Окей. Да шучу я, какой по 90 надо. Нет, урук, бери петух. Точно, ты прав. Так, пацаны, где это петух? Чуть-чуть отнесу. Ладно, давай. Так, что у нас хочешь? Ты, смертельные кошечки? Мне он нравится резной приклад. Ну да, он прикольный такой, красивенький, золотой, под Новый год как раз. Ну, а нам сейчас выпал какой-нибудь кожу. О, даже гроза. Гроза, ой. Гроза. Гроза. Ну, ты знаешь, что 26 рублей, что делать там надо. Конечно. Что нам надо? Конечно, не армейская, я ее перепутал. Не зависит. Так, какой ты кейс хочешь? За 26 рублей. За 26 рублей? Давай откроем. 5 рублей даст или 5 рублей трейн? Давай нюк. Я хочу АВП. АВПшку спасибо. Вот АВП мне выпал, короче, спасибо. Гадюка? Да, гадюка. В смысле, а как ты узнал, что тебе гадюка выпала? Не знаю, я просто сказал, выпал гадюка. Да иди ты, я тебя не знаю вообще. Тебя купили! Купили! Даст 2 я хочу, знаешь, чем? Тут, тут за 6 рублей. Ясно. Мы далеко не уйдем. Вот смотри, ты хочешь ртуть, а тебе так габен так. Ну, мой тут человек играет через сайт такой, ну, вы понимаете, он хочет ртуть, ну, а я же габен, мне же нужен новый золотой унитаз. Ну, вы спросите, зачем? Ну, блин, 200-й унитаз золотой, тоже всем нужен. Угу. 9 рублей, думаете, мне жалко? Фу, конечно же, жалко. Вы чё? Ну, всё, пусть ему, пожалуйста, выпадет какая-нибудь песчаная пыль. Блядь, не надо каркать.
А тут хули нет, кстати. На коленке лежит, просто песчаная штриховка, видишь? Прям вот Гейб прям говорит, надо. Надо. Чего у тебя там творится? Не спрашивай. Гейбы, гейбы пришли. Да, тут Гейб. Да, гадюку тоже ложи. И гадюку ложи, все ложи. Сколько это всего? 151. А ты тоже так же хочешь, да, как я, дорисовать единочку? Да, тут добавить, да, еще, да. 140. Да, 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 100. Шоу, 114-й день. Сумма была в кармане 115 рублей. А бутерброд с маслом стоил 102 рубля и 2 копейки. Я правильно пишу? Что за арифметика? Типа, знаешь, 5 плюс 2 равно... 4? Да. А ты как это догадался? Это как на ютубчике, да, приколы? 3 плюс 2. Чувак подходит, 3 рисует. Да? Плюс 2. Это 5 будет. Я знаю, сколько она стоит. Сколько она стоит? Вот сколько ты кейс ножа хотел открыть? Какой там? За 9 рублей, да? Да, фарм. Фарм ножа за 10 рублей. Ты выше. Ну вот, видишь, теперь у тебя на фарм ножа хватает. Этот сайт говорит с тобой? Да. У тебя ментальная связь с этим сайтом. Давай гадюку откроем еще одну. Гадюку не нравится. Давай гадюку тогда выпьем. Да, по-любому тебе не выпадет гадюка. Ну, уголок тоже хороший. Мы купились. Мы купились. А теперь открываем армейское, которому не хватает 1 рубля. Армейский, где не хватает 1 рубля. Заманчивое предложение. Так, ладно, мы открыли. Давай еще откроем, нам выпадает. Теперь понимаешь, АВП. Сегодня просто день. Ну, сегодня же четверг, надо было завтра открывать, потому что пятница, развратница же. Почему ты взял это? Ладно, давай откроем. Ладно, как уж быть, трейн. Трейн. А потом откроем... Потом откроем какой здесь. Давай за 9 рублей ножевой. Ага. Ага, нож выпал. Да ладно. Нож выпал. Ага, как же. Нож выпал, дурак. Нож выпал. Я не выпал, спорим на сотку? Нет. Выпал, нож вон. Понимаешь, надо было тупо не смотреть. Все. Ну вот, видишь, твои топ-скины выпали тебе. Я богат. А топ-обмен, да, состоишь на 8 рублей? На 16. 16. Может, 18, если не то пошло. Ай, ФСМ, печеный нож. Ночь. Лесная ночь. Я Ты знаешь, кто такой Габен? Вернемся к старой песне. Ну, в принципе, купились, я думаю. В принципе, прикольный ролик получился. Пососали леденец. Ладно, давай прощайся, короче, мы пойдем плакать под елочкой. Плакать будешь ты. Под елочкой. Под елочкой в Новый год будешь сидеть. Мама, где моя PS4? Она такая говорит, сынок, у тебя есть PS2. И еще вторая PS2. Плюс на плюс дает минус. 3. Да. Как великий. Ну что же, господа хорошие, я с вами прощаюсь. Был с вами Дауф Джокер, ну, всего лишь каких-то пару мгновений. Ну и мой друг. Кохин. Кто? Кохин! Кто, блядь? Кокс! О, Кокс, да, все правильно, Кокс был с нами. До свидания, Дедушка Мороз. Борода из ваты. Да. Да.